Вечером пятницы на Новгорском шоссе пьяный водитель пятых «Жигулей» вышел в лоб легковому «Ситроену». Авария случилась неподалеку от дилерского центра «Хюндай». «Пятерка» вилял по Новгорке в сторону «Орла» на приличной скорости. На скорости приблизительно километров 80-90 выскочил автомобиль. Тормозной путь, вон, я начал тормозить метров за 30. Здесь уже конкретно остановился молодой человек, управляющий автомобилем. Ударил уже практически стоящий автомобиль. Вышел абсолютно в неадекватном состоянии, сказал, мне все равно. После аварии водитель «Жигулей» сдался медикам. Видимых повреждений на нем не было, но он все же решил ретироваться в больницу. Со слов водителя «Ситроена», парень от немалого количества выпитого и двух слов связать не мог. Впрочем, сбежать от ответственности у него вряд ли получится. Тест на алкоголь при авариях, откуда людей увозят на скорой, обязателен для обоих водителей.